что-то спросить хотел. Каталки тут, хилы тут, пошлите. А, слышишь, злой? Сейчас зайду. Че? У тебя есть запись, где чувак этого Витаса поет? Забыл кто. Самогон. Самогон Витаса пел. Нет, там, по-моему, не самогон пел, кто-то другой. Никус пел. Никус, да, по-моему, Никус пел. У тебя есть это? Сейчас гляну. Так, дальше ярить, у нас там хила одного нет, он, например, самой. Шхан, но я в нем один, хлопнула дверь за спиной. Блять, прицел выключил, дверь осенний, стучится в окно. Прицел выключи, плачет опять надо мной. Ночью гроза, прицел выключи, утро туман. Солнце остыло совсем. Давние боли идут чередой. Суп не попал, пусть собираются всем. Ща будет мясо. Нормально. Вызовите милицию, там кого-то насилуют. Ну это, по-моему, другая запись. Ты их там знаешь сколько? Две? Дайте шкаф, подождите, дальше мне. Две? Гашек, дай шкаф. Тут? Сражавшимися за свободу и покой. Что-то чарканный дух какая-то такая. Пошлите так. Там, если в хилах, там может спекнуться, спекнитесь. Ты сейчас пьял. Цук. Народ, вот ты сейчас пел. Я чё? Это Витас пел. Скажи ник. Скажи ник свой в этом ВК. А, Стив. Не-не-не, мали знакомый какой-то. Вы не убили. Я Витас. Я же Витас в жизни. Естественно, знакомый голос. Тыкните на сумму, на шкаф. Тоже лысый ванной поешь? Да, да. Я ими банчу. Это мои панчи. Это мои панчи. Я ими банчу. 2, 2, 8, 4, 5, 8, 7, 3. Поехали нахуй. В общем, знаете, есть парень такой, Ваня Коноп, играет на серфе. У него есть подружка. Ее зовут Алинка Зайка. Она эрелит, говорит, как будто как была лайка. Все у нее ласковое, в общем. Если ты не еблан, то был с ней в рейде. Нет, если ты еблан, то был с ней в рейде. А если ты не еблан, то ты самогон. Если ты самогон, то ты... Так, закройте, вот и берите слугу от рейда. Берите слугу от рейда, играйте по слуге точно. Селдроп, кто так дает звездопад? Это пиздец. Войт играет звездопад. О, совы хорошие, рейд интересный. Ну, трэш, давайте, кто умерли, бежим. Добейте слоутрона, потом остальных всех массами сливайте. Танк. А кто БДК? Войт. Там или мутант, или слава там. Кто хотят, тот пусть и танчит. Я ролю на шрупа. Ну, шрупа. Давай кидаем ровный ЕП. А у тебя есть двойное? То есть кто победит, тот и получит свой ЕП, да? Я победил. Нет, я просто наебал, и все, идите на. О, Виталик выиграл ЕП. А кто проиграл ЕП? Ну ты шрупе вроде вчера ж навара ролил, там двойное у тебя? Главное это сказать, отойти. Да. Двойное, я просто... Ты не получишь туда больше маны. ЕП. Ну так я имею в виду, что маны ничего не буду ролить, я только... Ну, значит, не роль. На ЕП. Не, роль на шамана просто. Если двойного нет, то нет. Если у тебя шаман фуловый, ты можешь сделать двойное из шамана на вара. Всё, я понял, хорошо. Фуловый. Я понял. Ну тогда ему что-то надо, ссылка.
Почему не надо? Где он? Так, тебе нужна шея ссылка. Так, спина ссылка. Дробящая. Щиток. А куда Сурок из целка пошел? Куда Сурок из целка пошел? Куда? Свалить пришел. Домой, к психу. Все, он ушел. Грипп. Что мы видим, типа шаман Деца и Фалипал, да? Два шамана и Фалипал. Да? О, ну да, хила нам не надо, норм. Ну да, сейчас я перенесу его. Давайте, может, я зайду на шамана, а кто-то из шаманов на ДД зайдет. Да нет, Фури. Идите, танки, врывайтесь. Нет, так а все равно два карта. Смысл с них. Перебьем. Чего он отстрел в этой руку? Да я думал, типа он зайдет на этого. Так не говори, что ты начал собирать раньше, дал ему пати, дал ассиста, чтоб он рейд собрал. Ну, чтоб типа, короче, на соточку попасть. Да нет, нет, нет. Не? Он типа этот, я думал, он на шамана будет заходить или на друида. А давайте тут стеночку, оказался. Встаньте со стеночку все. Давайте. Играйте точно в слот, потом будете всех остальных сливать. Кокон, разбей. Злой кокон, кокон, злой, злой. Бью, бью. Злой кокон. Почему я все равно в коконе? Кузя, где ты, блядь, вообще? Я появился уже. Злой кокон. Ой, господина, проникли. Ну лови, лови второго. Давайте все в левого играть и поставим печеньку. Ты чё это? Милая киса какая. Жизнь персал покачать. Ну, целка ходить. Чё, давай друг другу кинем свой. Давай, это какие-то бомжи там что-то труд. В натуре, блядь, вообще нахуй. Сколько у тебя, 5,7, да? Да, да. Одинаково ДПС, ну посмотрим, у кого ДПС больше. Ты видел, как я собран? Я как, блядь, пиздец нахуй собран. А вы точно в тот рейд попали? Я точно. Я нормально собран. Там Ола начинается, мне кажется, тебе пора. Все, я пошел. Ладно, удачи, пацаны. Что там есть в РК протопал, который хочет зайти? Сейчас, Вань, сейчас, подожди, я зайду. Давай. Фух, мне не придется лечить, заебись. Пиздец вообще. Это что, бульдог говорит? Там очередь? Нет, не бульдог, да. Да, есть. Там у льда плюс ноль, погнали. Да, да. Где очередь? У нас на сервере очередь? Прикинь, да, там очередь. 36-35, блядь. Охереть. Это из-за этих X5, блядь? Да, это наверное. Да ладно, там пока смойтесь, отойду быстренько. До завтра. Терелла передал ему уже? Да. Это зря, конечно. Ну, я тебя послушал просто. Это тоже было зря, конечно. Обратно отожму, подожди. Шамик, я эти орешки на БДК покидаю. Какие орешки? Орешки, блядь. Свои орешки.
яички, блядь. На-н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 а! Яички! Кидай на протопал, пожалуйста. На какого? Бля, надо людям хоть сказать то, что X5 нету, их наебали, блядь, чтоб, блядь, вообще не холгало и нормально все было. Что такое тель? Че? Меч. Меч. Это меч, да, вот, который мне нужен? Он тебе не нужен, ты пиздишь. Он так мне я, нужен. Я выше Джерри на ППРу. Сука. Нормально, значит, заберу. А да, у Джерри на Теренас, нахуй, хули он там? Ну, Теренас для лохов, кель для пацанов. Охуенно. Так он, типа, ничем не отличается же. Вообще, блядь, ничего. Кель можно трансмутить в меч, который за спиной висит. Пизда. Теренас, ну, конченая дробяшка на поясе. Виталик. А скажи мне, нахуя ты шею затрансмутил? Не видно, что ли? Понравилось мне, не знаю. У кого царский янтарь в рейде? Ну-ка, Виталик, сними голову, плечи и тело, посмотрим, какая шея у тебя. Так, паладина там по бафам разобрались, кто что бафает? Нет. Ну давай, короче, лайф каски, фрешблуд, кулаки. Остальные там сами добафайте, что хотите. Подожди, табарт еще сними. О, подожди. Ой, че ты голенький. Так, все, так и бей. Дайте фулбафы. Чтобы все видели твой трансмут шикарный. Виталик, сними облик вампира. Что? Нет, уже поздно, ладно. Так, кушайте рыбу сзади. Берите Ваня, сразу. Ваня, Ваня. Турик встали, чё? Ваня. Можно я зайду за бринкой на этот, на ПВП? Ну тебе на одну майки. Нет, на разу. Блин, ты там очередь. Очередь? 80 человек в очереди стоит. Давай же, так. Купайте випки. Так, чё там, давайте вроде тут чеку. Чуть там в руках, кто на квеспек ролит, куда ИП получаете. Написалось. Так, Виталик на татами. Давай, 72 человека в очереди, охуеть. Это накрутка. Каменс, ты тут, Виталик? Так, ладно, давайте без него пойдем, кто у нас там БДК? Так, мутант у нас БДК, значит на мутанта будем напуливать, все, давайте, пошли. Подожди, подожди, подожди! Ну, поздно. Поздно. Давайте, Рост. Близко, ближе подходите, в лужах там не стойте. Хоть в лужах захили. На все. Окей. А если я под морду вылезу? Ну тогда ты лох. Эти шипс полипал. Все-таки Джерриан, ты рукожоп. Так, давайте, Вик кастуется, гивны по команде на хп, Косина. Только не сейчас. Смотрим, слушаем, выходим, милики, играйте по шипам. Играйте по шипам, милики. Давай, гимн. Так, луж, что-то много очень. Выходите, слушай, давайте гимны на хп все присты. Играйте по шипам. Давайте шипы бьемся. Уэй! Вот это неожиданно. Так, лужа пропадет, под жопу все станем. Давайте пока по шипам играйте. Давайте и под жопу все. Нимка на кого-нибудь другого.
чего-то маны нету, ребята. Залейте, пожалуйста. Дайте Серсея маны. Фу, это она? Виталий. Алина, ты микрофон тебе купила? Да. Ну я просто с айфона сижу. Тут нормальный микрофон. На айфон? А? Откуда ты сидишь? Ну с этих наушников айфона. Давай это нормальный. Просто так, слышь, Вань. Все равно ни нахер никому не нужен. Дай микрофон. Мне одну шею такую. В натуре, Ванек, и дай мне тоже просто так одну шею. Ну там, короче, Косина просит, и кто еще? И Злой, давай Злом, нахуй. И вообще чмошный. И Айкен Блинк тоже просит. За ГП. И Мизан Трёх просит на успех. Ладно, давай этому. Бичу. Просит на успех. Отдавай ему. За 10% сколько она там? Мне да колонец, оно тебе нахуй не надо. Я без одинаково. Вторую дал кому-то, кому я дал. Какой себе дал? Понятно. Колечко. Там поговорим уже, если надо, она тебе даст. Так, Слава, спекайся в танка. А что, тебе булочку покушаю, там маны нету. Это жизнь как... Чё ты ржёшь? Ты, оказывается, умеешь чётко разговаривать. Слышал вот это? А, я сижу с айфона. Ой, я сижу с наушников айфоновских. Ну тут давайте, мелики не подходим, сливайте. Не, ну тут голос хороший. Лучше, чем на том старом. А там просто голос, так он у меня. Вот это просто iPhone 10. Сразу ощущение, что ты адекватный. А на Android можно вам поставить? Слушай, так, так ты тоже поменяй микрофон, может тоже будешь адекватно оказаться. А вот так по раньше было нормально, Ваня, а кто дал второй амулет? Повторишь? Что там амулет кто-то? Значит, не важно. О, у тебя хорошо слышно, не то что с РСФ. Вообще идеально, да? Угу. Ставь немка, пожалуйста. Кто-то продает наушники от айфона? Че, барахолку здесь еще устроить? Ты сколько я там ДПС, ребята, дал? Мощный я, да? Вот, нормально. Я, короче, вот когда умер, и ты меня обогнал на 4000. Хорош, я красавчик. Эти пристебав там красочку МК. Возьми еще мага, блин. Маны, пожалуйста. Беги, малышка, беги, Серсейка. Беги, лес. Беги. Дайте, пожалуйста, столик. Я его давал перед ребром. Лези в жопу. Не просто внимание. Ты здесь? Беги, малыш, мне Ханк кольцо отдал. Сними с него ХП и дай UPJ-у коту. Только не пульте, босс. Что говоришь, босса спулись? Только не пульте, босс. Где, кстати, пухнастика? Поставьте руку. Дайте столик, пожалуйста. Он рыбы растет. Тыкайте на столик, давайте бафы. Тыкните на столик. Давайте два БДК слева, протопал справа, трэш на трэш сливаем, первый на пул на мутанта, второй на войда. Бля, ты чё, арканом что ли будешь делать? Ну, играть все время. Mm-mm. Фаер потом? Ну да, пока что сына нет этого крита. Так, три друида контролим, пристык контролим, всех, кто может контролим.
мне хватает. Пухнастик, Джерри, он срисает, дайте каску. Не начинайте, Мама, дайте отпеваю. Каску по друидам. Все, вроде дали. Готовы там, Дима и Алина? Угу. Давайте пулим. Вступать в эти священные покои. Это место станет вашей могилой. Вышел трэш, играем по трэшу все. Охотник, я вижу, что ты реди там лупишь. Играй по трэшу. С левой стороны бьем трэш, с правой стороны бьем трэш. Сейчас контроль, готовьтесь. Ваня, едем специально, прости. Ну, контрольте, маг, маг, за контрольте, ретика, за контрольте. Так, пухнастик, ресай, блять, падай. Блять, вы чё нахуй собой? Да не, зачем, там коты, можно нахуй резать друида. Падайте. О, зачем? Следующий друид, тайм, либо будет. Дай диван, Дим, в центре стой. С каких пор мобы отражают заклинания? Давно уж. Очень давних. А ты у него очередь запустил? Ну да, а она вся в меня. Ай, блядь. Алёша. На нём не было типа дебафов, что заклинание отражается. Ну, ты красавчик, блядь. Что сказал? У оленей тоже вайп. У кого? У оленей. Friendly people. Кто тут еще порно, кто тут олени, мы или они? Кто капли не сливают, игроков не контролят. Я бы сказал, что тут мои олени. Ну, не все, конечно, но олени часть. Давайте встали быстро, бежим там до ПП по времени, если шо. Он же там пишет изи до ПП. Не ты тут? Тут. Ты чё, ты у меня... Ну, пока все нормально. Очень важная информация. Если кого-то царский янтарь в райде. Могу страхолит дать. А Митрин поменяю. Янтарь царский. Так, давайте, все тут можете фулбафы давать. Надо 4 царских янтаря. Давайте, с этого трая ХП будет, там кто не сливает каплики, там духа взрывает, такое все. Если мы падаем, то ХП все. Дайте каску по ДК. Так, смотрим, вроде все есть. Дайте лапку друида. Давайте чек на пол. Так, давайте, все готовы на позиции, начинаем. Как вы смеете вступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой. Вышел трэш, играем все по трэшу. Все играем. Так, смотрим контроль, готовьтесь. Контрольте, обжайка, контрольте, косину, контрольте. Друида за контрольте, главное все. Геру следи забирать. Уже. Ой, нормально, я себе Геру спиздил, короче, с друида. Я тоже. Стопаем?
Не, трэш, играйте просто все. Все в трэш бейте. Дайте все full to death трэш. Смотрим контроль сейчас будет, готовьтесь. Давайте справа трэш добейте, еще там один моб, контрольте игроков. Законтрольте, так, сейчас ханта после вилок, законтрольте. Законтрольте ханта. Давайте пока бьем, скажу, когда стопнуть. Все, стоп, 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 ждем трэш, не бейте, леди. 500 тысяч. Да, били, да не бейте. Перевели. Да уже все, трэш вышел. Блять, ладно, перевели, короче. Давайте, все по трэшу. Все full to death трэш. Давайте, рост. Дайте рост, там, если шаман не был законтрольный. Я... на нет. Так, давайте, смотрим духи. Три духа в центре, отбегаем, отводим. Смотрим, сейчас контроли будут, готовьтесь. Контрольте игроков, мага законтрольте, всех законтрольте. Так, контрольте друида, роу контрольте, фиры давайте. Так, Арджейд, Ресса и Менска, Мизантроу, Пресса и Джейвис, Пухнастик, Ресса и Каменса. Духи в центре, отходите. Так, духи в центре, два духа в центре. Играйте все по трэшу. С правой стороны все по трэшу. Джерри, стресните, кому я там говорил. ДЦ наш. Спальте проклятие. А? Сам миди спальте. О! Да блядь, два кота в рейде, это вообще хуйня, если честно. Ну, пробуйте, контрольте игроков, контрольте. Смотрим, духи, два духа в центр пошло. Давайте, если вы добиваете, то нормально, если нет, то ГП. Сливайте там капли. На какой сина, на ману ставь. Че такой им? Ставь тотем. Три духа в центре, отводите леди аккуратно. Вышел трэш, по трэшу играйте. Смотрим, контроль сейчас, готовьтесь. Давайте, трэш там добивайте, два моба. Контрольте там. Так, Гашика законтрольте, всех законтрольте, ханта законтрольте после вилки. Давайте, ханта законтрольте, сейчас вилки прошли. Так, кто там еще, присты живые, дайте гимны на ману. Три духа в центре, аккуратно. Хлоп. Хлоп. Захиливайте, захиливайте. Мана за культур. Все друиды... Дайте Иннер Серсей, Пухнастик, дай Каламсу. Трэш вышел, играйте по трэшу все. Духи там вышли аккуратно. Трэш справа бейте. Хильте протопала, контрольте игроков. Мукина законтрольте и двух магов законтрольте. Добивайте трэш. Дух в центре, возле леди, два на сверху, аккуратно. Смотри, как все прыгали. Диспельте леди, алло. Диспельте леди быстрее. Алину захильте, Алину захильте. Сейчас умрет, умрет. Все там, добивайте. Два духа возле леди аккуратно. Все, трэш не бейте, просто леди добивайте. Там рисните меня сразу, я внутрь раздам. Вообще трэш, да. Надо кому-то две штуки. Че такое? Да, давай. Ну там рез эти павши, куда вы там пошли резащики? О, через 15 минут PvP турнир. Это все. А что за класс? Это что у шамана-то? Локи. Интересно, что там смотреть, ебать, они сейчас будут стоять тупо на площадке и бить друг друга? Бля, это там два Африка, это бесконечный бой, пацаны, если будет. Вань, ты что-то там... Ванька, ты мне что-то две штуки дал. Это на... О, да, не две штуки. Да, две штуки. А дай одну ханту. Это на N. Ну это говно на N, если честно.
ну, хоть дайте мне это поднять. Что там, он же перчатки, да, вот все там носит? Я в очереди, короче. Какой? 140-й. А мне выйти, Виталь? Ну, вряд ли этому не поможет, но второе окно можно закрыть. Благодарю духов, что они послали нам вас. У смерти небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Пойдемте лучше в кузню, но... Спасибо. Рисните разбойника. Привет, вы уже ссылка. Пацан, выйди с игры. Да я в дочке. Тогда не заходи в игру. Там очередь. Почему шмотки одинаково падают? Дыркуль. Джерион, ты гомосек, блядь. Ой, сейчас репу докачаю. Может упасть? Нет. Может два талика упасть? Нет. Среди босса только одна шмотка падает. Значит, два объекта может упасть. Это да. Почему мне всякие типы пишут про прием в гильдию, если там набирают другие люди? Ты же можешь принимать. Тебя не боятся. Ты своих отличаешь. Не хочу никого набирать, я набираю только нормальных пацанов. Поэтому ты никого нахуй не набираешь, блин. Это просто еще не может показать такой уровень, какой мне нравится. Так, давайте, берем ранцы, ДК летает, протопол тоже бери ранец. Рейд, берем ранцы, там пушки садитесь, греете, запускаю сразу. Бля, Джерион, я понял, откуда столько раков нахуй появилось. Ты, блядь, ты берешь тех, кто ходит с тобой в БТ, блядь, или Сандл. Понятно, понятно, нахуй, Джерион, блядь. Вы меня забыли, ребята. Сейчас портанет. Пока, в прошлый раз мутанта что-то не портануло. Пухнастик, беги, там встанешь. К сурку протанешься, там подождем, мол, не будем пока раздавать. Вы видите? Что это там вдалеке? Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Ну что, пришло время показать топ ДПС нахуй на сурке. Уже на сурке? На корабликах. Все-таки размочили Джерион. Принял человека. Как ты смеешь вступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Какой ник? Джерион. НХ Лонд. А что ник этот означает, Джерион? Да ну насрать. Что означает пулперник? Тури Джерин, а что он означает-то? Заклинателя сюда, пусть заткнет эти пушки! Так, давайте летим, добиваем мага. Дима, брат, скажи мне, что он означает? Не будь геем. Гладиатор. Как переводится? Гладиатор. А, не, неинтересно. Я думал, ты что-то нормальное придумаешь. А ты тупой, как валенок, нахуй, блядь. Какой-то странный пеник выбрал. Злой пида. Да он просто это сохнет по мне, по-любому отвечаю, пацаны. Не общайтесь с ним, он, блядь, пидорас. Так, тебя послушает этот пол гильдии пидорасов. Почему вы ругаетесь? Ну полаза ебаная. Вот Джерри он наплатил. Пацан воспринял близко к сердцу. Мне просто легко. Распространяются. Куда не приятнее пидорасы, да? Что в жизни, что тут? Джерри, он самый главный.
пизду, это еще надо узнать. Но только не в жизни. Интересно, у злого получится заебать Джерина до такой степени, чтоб он как Войт удалил персов. Да не, он скорее меня своим БТ заебет нахуй, я сам удалю персов. Своим бесполезным говном. Да, Джерин? Завтра БТ, и самогон идет. Он даже конфу в ВК создал, блядь, чисто БТ и пригласил меня одного, вот пидор, блядь. И теперь он уже не один. Сука. Скоро шествие будет, блядь. БТшников, блядь. 50 тысяч, не успели. А, на Майдане в Киеве, да? Виталик, о, пацаны, я посохи покачаю. Нормально. Не смазывай там посохи. Да, вместо золотого батона они будут, блядь, этот... Или данку, да, там? Кричать, блядь, зеленая или данка. Аналог рушитель, блядь. Разряжайте уже, 20 тысяч. 10. Да не, ждите следующие заморозки, заебали. Да, чиво. Сука. Скажи, хоть кольцо нормальное возьмешь, да? Не лутайте сундук. Че не лутать? Кого не лутать? Там пухластик где-то упал. Пухластик где-то. Ваня. Ну он тут. Все, он тут. Что? Можно в Элеме тут поиграть? Давай. Я думал, я попросился на твинка зайти. Блять, что за уход? Я кому-то бесплатно отдам. Давай мне. Кого тебе дать? Все нахуй мне давай. Тут нахуй больше ничего никому не нужно. А мне хоть голды на починку будет, ребята. А сколько давай тебе эту королем? Кто вот король тебе бесплатно? Что еще ролл не везет? Да вообще пизда. Запускайте там сурка сразу. Так он ушел от стелка. А, записку не оставил. Давайте, все тут бафайтесь, там кто трэш не сливает, и мы падаем, я смотрю, или там мало сливает, то это хп. Если там метка на вас, это не канает. Не, ну магам же неудобно бить. Ну, тем более арканам. А глыбу разряжай, и нормально будет. Не-не-не, ну там нужно еще это... Глыбу, переключаться с таргета. Да не нахуй, ты гонишь. Все кого, ювелирка? Линканите, пожалуйста. Серсей, как хуй МК, лети со своим МК. Чем вообще качать ювелирку? Качайте алхимию, часка где-то фаска на 2 часа будет. И по статам то же самое, по бонусам. Шую вашу алхимия. Да, там разница в один СПД, если камень на СПД ставить. Тревожный метрин быстрее скрафтить. Тревожный метрин. Речь, у тебя есть 50 секунд. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. У тебя есть 50 секунд, блядь. Чё-то я не понял по поводу ювелирки и алхимии. Алхимия чего? Просто на 2 часа увеличивает. Нет, там плавка дает до 40 СПД. То же самое, бонус, как и 3 камня от этих на СПД-шных. Чё плавка дает? Нет. Да так же самое, я там читал. 43 СПД докидывает на базу. Ну а камнями там сколько? 19, по-моему, с каждого. Там разница. Давай потом, ты сейчас такие темы поднимаешь неправильно. Да, вот сейчас ДПС. Нет, потом я для какого почему-то неправильно. Этого розового... Только дайте рост нормально. Стоит. Дайте рост нормально, пожалуйста. Только не сразу, секунд через 5. Блядь, я рыбу не успел пожрать, ну ладно. Все, можете давать. Ну, дайте рост просто. Дебилы. Так, давайте, 2 секунды трэш себе переключайте, если хп не хотите. Что тебе захотелось?
как я тебя спас. Там, Дим, кинь на меня частицу, через частицу хиль. Ну, да, там. Давайте, 2 секунды трэш, готовьтесь. Дайте сакру. Так, давайте 5 секунд и последний трэш, надо его, короче, слить. Не бей, Ваня. Все, добивайте трэш быстрее. Там Джерин вылетел, играйте по трэшу, хильте метки. Дайте им на хп, Кокосина, Кокосина. А вы тупые, говорю, не бейте трэш, блин. Там метка упала. Он дал звездопад, на него побежал, я не успел кинуть. А вот нихуя, не он меня убил, я метку убил, а не мог. Понял, убил. Воля упала, Рольте. Сука. Да нет, ты лучше одет, слышь, бомжа. Смотри, я обогнал. 9, а у меня 5,5. Как подобает. Блин, ролит не покорителя. Блять, попробую рольну. Я думаю, мне не стоит. Помните о чести, герои. Какой бы жестокой ни была битва. Я лук обогнал, лук флоу. А там есть обычные покорители, слышь, Вань? Да, сейчас дам. Да, дай один, пожалуйста. Курик, наверное, флоу, да? Во, вообще нормально. Заебись. Я зато кощугу обогнал, фул лох кощуга. Только я в трэш набил в 2 раза больше, чем ты. Сколько? Ты набил 80к, я набил... 47. А я набил 142к. Давайте, стоим тут, ДК в виде маркиру. А кого ты пиздишь, блядь, 142к он набил. Ладно, в трэш 50к я набил, там типа 30к разница, не слишком. Так ты сравнил мага с охотником. Все, лети. Сука, Monk Windle, 22к. Что-то маловато. Давайте, летит Валькира, ставлю печенька, точно ее бейте. Ваня, ты сколько дал? Да я трэш бил, 150 по трэшу только дал. Я не спросил, что ты бил. Я трэш больше гнал. Спизжу ходку, нормально. Давайте идем на центр. Там вторую забьем. Че, пацаны, тапки же никому не нужны, да? Не, надо. Как не нужно? А чё у нас Джейлис ждет, пока это ее впустит? Наверное, уже вылетело. Джейлис, ты там, там прокачешь, они. Чиркани делает. Ваня, ты сидел? Нет. Ты еще, наверное, говоришь, продиктуй мне цифры, да? Ну, да. Ну, не номер телефона, а цифры, да? Не-не, продиктуй мне номер. Пошлите на кровь, тут квест есть, что-то все ломанулись.
знаю, стадный инстинкт какой-то, идите танчите. Если в норме сделал в гере, уже не будет его. Привет. Да, только раз в неделю можно сделать. Два с пятки, одно в десятке. Играйте советника, точно, потом остальных. Пал паладин уходит, перестает. При магии не достанет. Ладно, делайте, короче, трэш, бейте. Фрил, ладно, групповой поставлю, пойду там чайка пока заварю. Пока, Вань. Ай, блин. Ой, ну, Агриколь, что ты спишь? В смысле, а законтролить там присты? А нахерена? ББ, я побежался. Че, играйте в командира, пацан? Он заебет же. Загреть остальных, что это хуй? Не-не-не, тормози. Нормально загрел. Да чё, нет, я имею в виду вот этих советников и, блядь, прочую зауку. Я ж не вольше, чтоб левый трешак. На троих можешь загреть. Не загрел. Фига, он будет. Ой, блядь, бомжей, 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 судари. А зачем вы сагрили этих мобов в дебике? Хуй знает. Какой-то ебан загрил. Как кто полез туда агрить? Я сказал, что я троих приведу, а этих я да, не агрил. Вообще лезет, ты танк? Да. Хуёвый тебя танк. Не знал, да, что сказать. Ну я, ну, чтоб не обидеть, чтоб не ругать. Играйте в совете. Ретрики, красную каплю, давайте на мутанта. Бля, это не то, что в 25, это хороший рейд. Так уж и будет. Это зря, мне кажется, сказал. Ой, а ну ты упадешь. Слазил. Да-да-да. Сейчас начнется опять. У тебя глаза какого цвета? Красный. Да. Меня? Будешь падать. Да, да. Голубой. Да сам ты голубой, блядь. Ожидаемо. Я цвет глаз спросил, а не... Я так и тебе ответил, блядь. Легкотня. Сейчас всех трех боссов агрите сразу.
Ваня, если ты кинетику уронишь, ты себе катушку заберешь? Ах ты мудак! Да он навка, что там ничего не слышал. Слышал, кстати, пробу починили? Кого? Ну, профа починили? Починили, он уже давно починен. Проф и работает. И работал. Что ты имеешь под фразой починили? Что там должны были чинить? Быстро слизни бегают, наверное. А это и есть его правильное состояние. Ну, это и экспертиза докажет. Интересует? Да, давай, распылю. От души. Я понимаю, если бы я был 1.2 КГС, у меня вообще не было тапок. Интересует. Тупой, блядь. Как на нем лут? У нас групп лут стоит. Нет, это не. Идет. Пошли. Да не. Придет он, давайте, погнали, чего вы стали. Как ворота не, закроются, не. Куда он придет? Ну потом придет. Придет он, какая разница, погнали. Ждите, пусть ждите. Придет. Пошли. Да жди ты. Пошли. Не пульте. Блин, да. Дебилы, не пульте, босс. Даун, а. Ну ёбки, танки, идите на позицию. Пошли уже, чё стоите? Да, чё стоять-то? Может, Ваню подождём? Давай. Сейчас Ваня обидится, что мы его не подождали. Кидай рост не больше. Кидай ты, Геру. Вы РЛ еще командуете? Выхарь. Идем Ваню, он скажет, что делать. Вот зря рост. Не давали рост. Зря не дали. Вихрь возле босса. Мне кажется, нас хотят кинуть на лут. Почему? Пришел какой-то чувак, поставил на себя добычу. Кто это? Но он босса не бил, не получит. Он сейчас лагает. Нет. Дайте маны, пожалуйста. Кинь, блин. Ярик, залей. Ну вообще, заебись. Удачи тебе, Вань. Не защиты от огня. Нормально же. Там хп было мало. Дай лут. Я кину всех на лут. Так чё тебе катушка надо, надо что кидать, надо что-то нормально кидать, там плащ, СРС, какие-то сапожки. Потом можно зильди заодно ливнуть и нормально все будет. Так там все равно никому на эдент не надо. Слышал, что этот ЧШ-шки уходит просто так. Кстати, да. Если повезет, можно за половину забрать, если вообще повезет, можно на успех забрать. Можно по Кириллам сказать и молча забрать из ГП. Там, рисните меня, я валяюсь.
Такие руки злые. Бля, хорошие руки. Вань, кидай мне руки. Бесплатно. Давай, давай. Нам не нужен маг, чтобы убить моба. Блядь, ты мудак. Надо кому-то на хэпало бесплатно, отдам наручи. Новый наруч на хэпало. В целом, спасибо, на первое время пойдет. Алло, алло. Алло, 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 алло. Лок, живи. Ванька, я фастиком отойду на этот трэш. Угу. Лича в контроль возьму. Я отойду на этот трэш, так что давай лица хилиним. Сейчас мам только похилить осталось. Там много нягрити, два хила отошли. Бейте там точно слугу скелета, бейте, потом остальных все будете заливать. Играйте в столба здорово. Ебать, вы молодцы, конечно. Дали мобу в контроле. Потом скрет залете точно. Все, сливайте массами. Там Арсенен на тайм. Ребята, какое второе кольцо сделать на рент, если не зарезать? Ну, первый серебра, второй. Соответственно, это. Зарепу и серебра. Нет, а если не зарепу, говорю. Это на кого? На шамана, типа, то в кольце идет с кораблей и с корабля. Ну да, с кораблей. На энха. Так выкинь, типа, на энха. На энха с киломорта и залеп. Понимаю, я говорю, побрать. По-моему, что-то не так. Что она хочет, типа, я хочу, чтобы она удалила кольцо, типа, с хила, потому что она не нужна. У меня не с хила, у меня на элеме. А если не за репу? За репу берешь. Да тогда, конечно, лучше с гнила морда. Ну или с кораблей. Вообще на репу как бы. Не врывайтесь, слышь, там это. Двое танков, блядь, приглушение. Два танка всего, да? И стал входит в один. Прям до слез. Алина, ты если что, спрашивай, мы тебе подскажем. Да. Мы все вечер, я охуевший. Все поняла. Ты сам свою какую-то хуйню, блядь, говорил. Ты все поняла. Напиши на мейли. Тут только дай короче, шкафу. Ребята. Ману, пожалуйста, вливайте, а то сяду. Так, чё шкаф поставили? Не дай шкаф. Дайте лапу, а то мне не хватает 1% крита, блядь. Во. Нормально. Не посадите, блядь. Пикните. Так, тут можете фулбафы давать. Да, эти джинсы есть у кого-то? Если вы можете джинсы там поставьте, надо. О! Починили, кстати, с кораблей. Не засчитывается за вайп. Кстати, да. Теперь сундук будет падать?
Такой сундук. Дополнительный? С волком. Давайте, чек на пол. Бля, я готов, я случайно нажал. Так, давайте, танки на изготовку, идите в центр. Начинайте. Вперед, гей-мутант! Что за дрочь? Могу бы не пропить, сука. У меня все пропит. Ты вообще аркан иди нахуй. Стрелы ну, пропит. Где вообще, если бы тебе ману заливали, ты бы одну кнопку нахуй жал бы. Вообще да. Владик, упусти меня, пожалуйста. ДК, обновите горло. Ты вот я сейчас дамажу только на единичку. Если меня укусит, то я должен передавать укус тоже на единичку. Это считается все как за одну кнопку? Да. Давайте, 5 секунд фир, смотрим, отходим, джерис, антифир на себя, от луж отойдите. Коси, надай ее на ману, потом по команде на хп дашь. Начинаем представление. Делот, конечно, еще упырь. Хильте, хильте нахуй, на укус вы охуели. Так. Абджей, отрезай меня. Где ты? С левой стороны валяюсь. Ну, пухна. Так, давайте рост добивайте. Дайте рост, шаманы. Виталик, где? Дай им на ману. Телес, дай на ману. Нет. Ты что, неужели КД? Не, я просто не хочу. Злой, куси, злой, злой. Хорош. Кто клацает? Ты. Уберите мышку. Сука. Это мышка и лупака по скиллам? Да. Это значит Алина. Да, даже клава нахуй не нужна, блядь. О, шея. Шею рольте. Это как Джерин играет без клавы, да? Через мышки. Бесплатно, да, надо кому-то. Алина без клавиатуры говорит, что ты чмо, блядь. Да, блин, если бы я... Короче, блин, за вас я Джерин. Чем могу быть полезен? О, ну это надо линковать в гичат, мне кажется. Так, надо кому-то обычный покоритель, защитник. Давай мне один покоритель. Защитника давай. Разрыватель в деле, смотреть. Нормально, 5 токенов есть, охуеть. Там же класть. Идемте на синдром. Хотя нет, давайте на проф пойдем, чтобы на синдром рост не давать.
тратим на профа. А мы не запустили сырка? Да вроде не. Ну запустили, там сдохли, ничего страшного, забагаем, пойдем в РС-ку. В натуре проблема-то, блядь, пиздец. А я предлагаю, короче, обычку добить, там же талик еще падает, блядь. Вы что? Как вам такая идея, ребят? Конечно, обычку по-любому. Да-да-да, нахуй РСХМ. Не, ну добить-то надо там на бычку эту. Сука. БРСХМ талик не падает. Что с мизантропом случилось? Переливается. Да буквально два босса осталось. Это хуёвая идея на самом деле, релога, блядь, при таком онлайне. Пусть да, релогается и на гниля не заходит, и на тухлого. А то что-то у него ПР слишком высокий. Сука. О, 181 в очереди. Ты же понимаешь, что если он не заберет ботинки, то я их заберу. Они все нужны? Да я их заберу. Ты тоже ролохайся. Не, Ваня, дотягивай, чтобы их забрать. Хоть бы очередь очень медленно шла. Пошли сразу на ботинки. Может быть, раньше. Покупай виски, блядь, заходи на 10 окон. У него будет на 10 больше. Давай, грузи все свои окна, которые только можно. Да я и так уже в двух окнах как бы сижу. Привет всем. Привет. Кирилл, заходи в очередь, быстрее. О, наконец-то, собирай бычку, Кирилл. Мы ждем, ждем. Ты же РТ написал. Ничего ты заметил, да? Я не писал РТ сегодня. Значит, тебя подставили. Завтра соберу. Поставьте там. Давайте быстрее мобов убивать, чего как инвалиды. Сразу на тухлого, да? Гниля потом убьем. Да-да-да, у нас рост, когда видите? Видите, да. Да, линканете ДПС-то с Ванателью, а то у меня забагался. Дайте хоть посмотрю, сколько я бомжемагом надо магов. Это, купи випку и зайди. Быстрее. Да, этим пидорасам вообще не доносить не буду. Ой, я даже 17-ку дал, нихуя себе. Вот это поворот. Ну, ай, да пошли нахуй, я в глыбе. Стой, резать, не идите. Там резки будут потом? Будут, конечно. Тут вообще потом очередь. Тут, я буду тут сидеть, в беседке буду сидеть, там если что-то надо будет помочь, там зовите. Да, подожди, чар. Подожди, да-да-да, поножи нахуй. О. О, синька на осколки пойдет. Сука. Так, тысните лодкой, пошлите дальше. В целка уже целых 55 минут. Тут есть эти... Короче, скажите, кто это поет? А это музыка. Ты все знаешь, слушаешь или шо? Это из Соус Парка. Соус Парка? Ну да, это... Танки, пулите, пошлите. У тебя Шазам есть? У меня есть. Нет, прошарил. Я продвинутый. Таня, ты продвинутый? Я Шансон слушаю. Ну, это тоже нормальная тема. Я Киркорова слушаю. Зайка моя, да? А Киркоров об этом знает? Может, он не хочет, как бы? Меня слушает. Так, а ну не разговаривайте, я Шазам включу, чтобы он меня не определил. Мизантроп, что говоришь? Мизантроп, повтори. Там, короче, есть способ, чтобы быстрее зайти в игру, нужно для начала выйти с ней и потом заново встать в очередь. Релогнуть компьютер, релогнуть модем, да? Да-да, нужно модем релогнуть, слышишь? Модем, блин.
Че, я помню, у меня еще был этот ASDSL-овский на 3600 килобит модем. Мукротелекомовский. Телефонной линии. А на кого вы сейчас пошли? На Тухлопуза. Че там здесь пелить? Ставьте кучнее маленьких, пожалуйста. Как я тебе на туха вашего, я же сорвал следующий потапка, если мизантроп не зайдет. Что? Если мизантроп не зайдет, я их заберу. Тебе не надо. Так вам они не нужны. Мне не надо. У меня собачки. Блин, ну ты, Ваня, конечно, вообще подстал. Ваня, 2 минуты, сейчас зайду. А мне для камней на рынке. Да не заходи, зайду. Нормально. Все нормально. Они не упадут. Да нет, ты все равно не упадут. Сейчас очередь обрывается и начинается заново. Заебись. Я пиздел. Мы просто Алину не хили. Так, Алина, ты тут? Дайте рез линии, кто-то друиды. ПРчик. Да, тут. Сните ее, дайте ПР. Захитли сразу. Видели видео про Шимана? Санта долбоёб. Который с платформы выпрыгнул или чё? Который на профи доха слизнил. Ну там есть два просто видео. Одного, короче, шамана схватила Валька и... Блядь. Ему просто портануло то, что под ним платформа успела появиться. Главное, что Лина поняла сразу. А ты видел видео, как там хулипал Вальки хилил? Это Джерри вообще? Да, это Джерри. Скриптовый пацан, да? Угу. Держите трэш, я вас умоляю, сейчас Боб нарвется и добит бил. Так, давайте направо кто-то шуруйте, я налево схожу. Блин, тебе можно? Сука, я 3 года уже выбиваю. Кого? Крать попырем. Ленточку. Ты можешь занапись? Последняя шмотка на себя. Ну что за танк? Сейчас нужно и 2К17 ленточку донатить. Сейчас бы вообще ее донатить. Может, у тебя будет КД глыба на гниле. Удачи тебе. Мы же налево сейчас. Пухнастик, там, если сова и спектр, если лучше сову вот есть, пусть сове лучше. На кого идем, Ваня? Ой, направо идем. Ты ботинки себе не хочешь? Хочу. Чё? У меня есть сова. У UPJ. Пусть Пухнастик спекается. А у него нету совы. Че, нету Пухнастик? А ну спекайся, Джей. Подождите минутку, сейчас зайду. Ну давайте, ставьте там шкаф пока. Да давай мы гнили убьем без тебя. Че, тебе все равно ничего не нужно. Наверное. Рибку купил?